Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и ребята, мы продолжаем проходить с вами Берсерк и Банда Ястреба. Правда, от банды уже ничего не осталось, но Гатс все-таки у нас еще жив, и он на коне. Ну что, ребята, поехали. Так, ну это мы пропускаем, здесь мы не зацикливаемся. Так, Реунион. Мы идем в какую-то башню помочь инквизитору Мозгусу. В общем, какой-то инквизитор Мозгус идет в сопровождении с Форнезой и рыцари стальных цепей помочь спасти человечество от еретиков. Ну что же, давайте посмотрим, что здесь и к чему. Так, на нас нападают рыцари. Кстати, рыцари, они и есть святые, как их там звать-то? Святые железные, рыцари святых железных цепей. Вот, так будет дословно. Ну что же, давайте их сокрушать. Это, кстати, если так вам сказать, то Форнеза — это предводительница вот этих вот ребят. Она главная у них. А миссия Мозгуса — он посланник из Ватикана, чтобы очистить человечество от еретиков, от ведьм, ну и всякой там нечисти. Ну это якобы так должно быть, по идее. Я уж не знаю, как оно на самом деле все. И, кстати, между прочим, я тут недавно посмотрел второй сезон Берсерка. И я был под большим впечатлением, если честно. Никак не думал, что второй сезон есть. Я всего лишь, как бы сказать, смотрел первый. А тут, оказывается, второй есть. И почему я здесь много чего не понимал? Потому что я этот сезон и не смотрел. А тут недавно посмотрел, ну не весь еще, правда, 3 или 4 серии посмотрел. Буквально дошел вот до этого места, когда мы идем помешать Мозгусу с его злодеяниями. И Мозгус — это такой якобы посланник, которого послала якобы церковь, ну не церковь, а Ватикан, справиться с еретиками и с ведьмами в городишках, в деревнях. Вот. Но, подчеркну, ребята, что он-то на самом деле не тот, кем является. Он, прикрываясь... Так, я уже затрагиваю, по-моему, не ту тему. Как бы не хотелось бы этого всего. В общем, он прикрывается своей силой. И за счет этого уничтожает все человечество. Детей, стариков, женщин. Да ему не важно, кого убивать. Казнить, пытки — это все в его стиле. Вот. И сейчас, ребята, получается такая ситуация, что Каска находится у них в плену. И Гатс, как вы можете понимать, идет спасать ее. А соответственно и встретиться с этим чертовым Мозгусом. В общем, давайте, ребята, смотреть, как это у нас все получится. Пока у меня вроде бы все нормально получается. Разношу их в хлам. Кстати, вот этих вот рыцарей, они даже не ведают, что делают. Они просто слушаются приказов. На-ка бомбочку. Так, ну что, ребята, я думаю, вкратце я вот так вот объяснил. Ну, если кто-то не понял, я советую вам самим посмотреть мангу. Очень замечательная, очень красочная. В игру очень много чего, как бы сказать, не вошло. Но, тем не менее, основные сюжеты здесь есть. Основные сюжеты здесь есть. Ладно, ребята, это было как бы небольшое отступление. Ну, а теперь я продолжаю, иди сюда, продолжаю рубить своих вражин. Ну-ка, выкуси бомбу. Замечательно. Ох ты, под галлюцинациями у меня. Ну-ка, давай добьем этого крестоносца. Как они имеют право вообще называться святыми железными цепями? Да еще тем более рыцари. Непонятно.
А Форнеза-то да. Форнеза сама не ведает, что она творит, если честно. Она думает, что они идут с... как она называется? С блаженной миссией, да? Так можно это назвать, наверное. С миссией очищения. Но на самом деле она глубоко ошибается. А вот этот парнишка Исидро, правда, в аниме, точнее в манге его звать Исидоро, не знаю, почему его здесь назвали Исидро, или там, или здесь врут, ну это не важно. Вот, этот паренек, он был в свое время кем? Да никем он не был. Обычным пацаном, который хотел как-то себя в жизни воплотить. Вот, и ну, он вступил в банду наемников. Вот. Но банда наемников его не воспринимала всерьез, и к тому же она вела себя неподобающим образом, а больше похожа была на банду бандитов. И когда Гатс пришел в таверну и разобрался там с ребятами, когда спасал, соответственно, нашего миленького Пака, он решил к нему... Ну-ка, выкуси. Он решил к нему примкнуть. Вот. Ну, Гатс как бы особо на этом не настаивал. Ну, раз ты пошел, как говорится, так пошел. Вот. Так что, в принципе, паренек как бы просто решил себя в этой жизни воплотить, хоть что-то полезное якобы, ну, сделать. Я думаю, что ему, наверное, все-таки удастся это, как сказать, его желание воплотить в реальность. Так, идите сюда. Кстати, я очень редко раньше использовал гранаты и протез. Больше этого не повторится. Очень мощное оружие. А в манге так это вообще ад просто. Как он там кромсал. Помните деревья, с которыми мы дрались? Так вот, деревья эти... Я даже не знаю, вообще надо это говорить или нет. Или уже проехали, как говорится. Ладно, проехали. И псы, и мертвецы, и все это все рассказывается и показывается там очень-очень подробно, откуда что все взялось. Я просто не хочу спойлерить, ребята, на самом деле, поэтому как бы давайте будем просто проходить. Тем более мы приближаемся. Давайте стрельнем, наверное. Вот так вот. А теперь с главным разберемся. Вот. Так что, ребятушки, куда ты там прицелился, а? Ха, олух ты. Так, замечательно. А манга, на самом деле, ребята, очень жесткая, очень жесткая. И там такой беспредел творится. Там, я не знаю, наверное, этот, как его называется, просто отдыхает. Хотя, как сказать, ну, мне показалось, что... Конечно, там все так вот перепутано, сплетено. Даже это не объяснить словами. Это надо смотреть, вникать. Ну, а потом, соответственно, можно это и обсудить, и поговорить на эту тему. Если кому, конечно, хочется. Так, иди сюда. Офицер гарнизона. Вот эти вот колеса, которые вы сейчас только что видели над Гатсом. Это Мозгус распинал людей на этих колесах. Якобы, чтобы еретикам было неповадно. Че он там только не вытворял, а такие пытки делал людям. Ах, жесть. Поэтому мне не жаль будет его убить, если он здесь будет. Ну, а сейчас у нас, ребята, задание спасти Каску. Так, Исидро, что ты там возбухаешь? Подсобил бы лучше бы. А он, в принципе, помогает по мере возможности. Так, ребята, а вот это вот такая штука. Вот эти вот духи, которые вы помните, да? Призраки, привидения. Они вселяются в людей и, в принципе, делают их подвластными себе. Точнее, одержимыми, можно это так назвать. Ну что ж, давайте выбьем дурь из них.
Однако, замечательно прошло. Смотрите, каска у нас здесь. Иди отсюда. Давай, давай, давай. Вот это вот молодец ты, Гац. Вот крошишь как надо. Так, вкусите ярости. Так, и Сидра здесь. Это хорошо. Дайте-ка я возьму сундучок, открою. Так, полная жизнь, ясно. Так, а кто у меня, подождите-ка. Так, каска. Так, подожди, ага, вот еще кто здесь у нас. Еще один олух остался. Ну, давайте его добьем. Так, миссия выполнена. И что далее? Каска? Так, погодите. А, нет. Так, прибежали гончие. Кстати, про гончих там тоже была отдельная тема, ребята. Так, Исидра, давай уводи отсюда каску. Как можно дальше. Что у нас тут? Так, уничтожили мы этих всех спиритов. Но, тем не менее, на лапе надо 150 штук завалить. Ну, давайте кромсать этих гончих. Так, и Сидра что-то куда-то пошел, на чекпоинт какой-то. Замечательно. Так, у нас открылись ворота. Мы... Вот теперь мы точно пошли. Погнали туда. Так, Кач и Сидра. Что-то с Исидра связано, да? Сопроводить, наверное, или что-то в этом роде? Ух ты, смотрите-ка, ребята, серпика. Ну что же, давай, братишка, мы с тобой в тот раз, видимо, не закончили. Блин, на коняшке как-то не особо. Давайте, наверное, слезем с нее и наковыряем этому серпика по полной программе. Ну-ка, выпусти-ка. Ах ты хитрожопый. Ну ладно, все равно за дело. Даже не бубни мне там ничего. На, еще разочек. Так, погодите. А, вон он у нас где. Прилег. Рано отдыхать, братишка. Смотрите, какой шустрый, а? Шустрый малый. Но что он своей шпагой сделает против меня? Ровным счетом ничего. Ну-ка еще разочек. Ать. Я смотрю, ему нравится это все. Слушайте, вот этот арбалет, я вообще не понимаю его смысла. Как прицеливаться, как он вообще стреляет. Согласитесь, да? Глупость какая-то. Хотя зарядов у него, ё-моё, сколько. Так, ладно, серпика, давай там, иди сюда ко мне. Выкуси-ка. Задел, заразу. Кстати, серпика у нас получается как правая рука госпожи Форнезы. Ну, которую мы в тот раз похитили на лошади. В принципе, вы это сами понимаете и сами все видели. Но в манге он почему-то какой-то ссыкунок, если честно. А здесь, смотрите-ка. Показал себя. Ну, я думаю, особых проблем он у нас не вызовет. Хотя... Нет, не должен. Че ему тут остался на пару ударов? Только бы попадать, главное. На-ка, выкуси бомбочку. Ух ты, видели как? Как бомбочка так косит их. Полет навигатора был. Так, ну что, на этом все или нет?
Так, миссию выполнили. Хрен там все. Продолжаем, ребята. Ну что же, поскакали, блин. Где Каска? Прости. Ну и рожу он сделал. Исидор аж обосрался, бедный. От такого выражения. И в то же время чувствует себя прискорбно. Так, они держат Каску в башне. Так, нам опять скелет что-то объясняет. Что начнется фестиваль проклятый какой-то там, я не знаю. Надо поспешить. Ну что же. Я прав. Я выполнил все как надо. Сосунок, успокойся. Не называй меня сосунком. Я исправлю свою ошибку. И ты будешь мной гордиться. Какой ты он зазнайка. Так, ну что, ребята, прошли мы этот уровень. И, наверное, сразу переходим к следующему. А следующая глава у нас называется «Яйцо идеального мира». Ну, в данный момент эта речь идет от яйца. А яйцо, это знаете, кто такой? Этот, Белихим, который в свое время, помните, носил Гриффин? Как амулет-талисман. Вот это яйцо. Это, так скажем, зародыш идеального мира. Ну, чтобы вам это понять, надо смотреть. Я не могу вам объяснить, откуда оно взялось и для чего. Но факт в том, что оно должно сделать мир идеальным. Это ее цель.私の住みかはいつの間にかこの辺りに住み着き始めた人間どもの墓穴にされたのだった。私は埋もれていった。穴の底でむくろに押しつぶされて誰にも知られることなく、しかし意識が消えかかる中、穴の底で私は出会ったのだ。 5人の天使に彼らは言った。あるものを引き換えにお前の望みを叶えようと。あるものとは私を囲むこの世界。そして望みとは完璧な世界を付加することだ。 Да, ребята, посмотрите на него и скажите, да чего же он все-таки идеален, а? Прям шалтай-болтай, которого как кубик Рубик разобрали, а потом собрать забыли. Урод, одним словом. Ну что же, ребята, закончил он болтать, а мы с вами отправляемся в путь-дорожку. Инквизитор Мозгус. Да неужели мы все-таки увидим этого урода? Саде. Ох, я ему сраку-то надеру, а? Так, ну это мы все пропускаем, это нам не нужно. Переходим сразу к бою. Поехали, ребята. Так, инквизитор схватил Каску и хочет ее предать, короче, инквизиции, сжечь ее, как ведьму на костре. Чтобы еретики знали свое место. Ну, это якобы. Но гад, тем не менее, идет ее спасать.
А вот и он, кстати, смотрите, какой красавчик. Вот сволочь, издевается над людьми. А, Форнезе, как это, как пробка. Ни хрена не понимает, что вообще происходит. Каска полностью обезумела вообще. Черный мечник еретик придет спасать Каску. Ну что ж, это нам на руку. Мы будем его ждать здесь. Да, ждите, ждите меня. Я сейчас приду. Что он тут говорит? Ага, двери цитадели закрыты, но я попробую их открыть с другой стороны. Так, Агац говорит, моя метка очень сильно болит. Это значит, что будут плохие новости для нас. Ну что же, поехали, ребята. Мой клинок уже соскучился по крови и плоти. Каска в башне. Ну это понятно, Гац. Давай, пойдем спасать ее. Из рук этого вонючего инквизитора. А Исидора просит, ты подожди типа немножко. Дай точнее мне время, а я открою ворота. Значит, пока он открывает ворота, мы должны тут разбираться с нежитью. Хорошо. Давайте разберемся. Так, все, нет? Нет, еще не все. Давай, ребята, подходите кучнее, плотнее. Как я вас учил всегда. Что ты там, родной хромой? Иди сюда. Вот так вот. Ребятушки, давайте. За добавочкой. Красавцы. Ну что, все? А, нет, смотрите. Отставшийся. Ну что же, Исидора нам открыл ворота, и мы идем туда победоносной походочкой. Ладно, там не гунди, давай. Идем спасать Каску. По большому счету, это твоя вина, Исидора. Я тебе сказал уводить ее, а ты продинамил. Так что давай, как ты там говорил, исправишь свою ошибку. Давай теперь исправляй, показывай, доказывай мне, что ты достоин быть со мной. Ну ладно, хорошо. Хорошо, хоть он ворота мне открыл. Так, а это у нас что еще такое? Монстры! Что происходит? Это проклятие ведьмы! Отец Моргус, нам надо отступить. Я не боюсь страха. Я не целый месяц шел сюда ради спасения Господа. И я не собираюсь отступать при виде каких-то ничтожных демонов. И я буду драться до последнего. Идите ко мне и познайте всю мою мощь. Ничего себе, да, он тут разбуянился. Опа, на. Крылышки откуда взялись у него. Оружие-то, ё-моё. Смотрите-ка, а. Она отразила мою мощь, мою энергию. Это вовсе не человек. Ее нужно срочно доставить в Альбион. А, на проклятый Альбион. Бог победит. И будет выполнена моя миссия. Нет, мы не хотим умирать. Нет, ребята, вам придется сдохнуть. Вот так вот. Иди сюда, иди, иди, беги. Красота. Замечательно. Так, что у нас тут? Ух ты, ребятушки, вы посмотрите. Форнезе.
А что с Форнезой? Я не знаю, что происходит. Я не знаю, где выход. Проклятие. Еще она навязалась. Так, что тут, ребята? Тут у нас демоны. Кровавые демоны. Так, защитить Форнезу. Ёлки-палки, какие же они гигантские здесь, а? Да сдохните вы уже, в конце концов. Ну что, вроде как разобрались. Идем далее. Так, бочки. Нечего им тут стоять. Так, а почему ворота не открываются, а, ребята? А, не добил. Так, что тут надо? Ага, опять вылезли. Ну-ка, идите сюда, ребята. Кровавые слизняки. Ух, как вас тут много-то. Ё-моё, я даже сам себя не вижу. Так, ребята, успокойтесь. Хорош уже. Не, действительно, я даже себя не вижу, ребят. Какие нездоровые здесь. Да и к тому же их что-то слишком тут много. Надо, чтобы их стало поменьше. Ну, вроде бы разобрались, да? А, нет, еще два гондона осталось. Так, иди сюда, маленький. Отлично. Ну и тебя на дорожку. Так, Форнеза, ты там не бубни, а давай иди, открывай ворота или что там. Ну, смотрите, ребята, предметы пыток стоят. Дыбы, клетки, в общем, весь арсенал. Так, Форнеза, ты куда побежал-то? Вперед, батьки. Что-то больно тихо и спокойно здесь. Ага, ну да, конечно, спокойно. Ну идите сюда, ребятушки. Какие вы симпатичные, а? Прям красавцы. Сейчас, Форнеза, я тебе выведу отсюда. Не бзди там. Ух, ребят, смотрите, какой симпатичный стоял стул. Ух, какое месиво, а? Замечательно. Так, иди сюда. Так, ну что, все? Вроде как все. Форен, зачем не идешь? Кто тут стоит? Вроде никого нету. Ага, где-то опять там прятался. Ну все, вроде бы, сейчас-то что? Форнеза, ты где? Куда нам идти-то надо? Я что-то не врублюсь. А, по лестнице, что ли? Так, я так понял, мы так будем подниматься, и эти говняки будут все вылазить и вылазить. И нам надо будет с ними расправляться практически постоянно. Так, Пак, сейчас тоже не до тебя. Вот так вот. Куда ты... Куда ты ударил, а? Ну-ка, выкусите. Ух, как хорошо, а. Все слегли. Гац говорит, что поубивает тут нахрен всех. Форнеза там орёт. Подожди, подожди меня. Давай, иди сюда, я буду тебя ждать. Так, миссия обновлена. И что в ней обновлено? Иди сюда, открывай ворота. Или... А, опять эти слизняки. Форнеза, не бзди. Со мной ты в полной безопасности. Даже можешь не прикрываться там. Ну что, вроде бы последних добил, нет? Ну, пойдемте к воротам.
Форнезе, иди сюда. Ага, бежит. Так, куда нам надо-то? Я что-то не врублюсь. Сюда, что ли? Не, здесь нельзя пройти. Форнезе, куда нам идти надо, а? Надо как-то, чтобы эти ворота открылись, я так понимаю. Ага, вот. Ух ты. Ничего себе, их тут сколько. Поглотители душ. Буду всех гасить. Мимо. К сожалению. А ну-ка выкусите. Ух, как замечательно. Так, а ты-то что здесь? Особое приглашение, что ли, нам тебе? Слушайте, мне, наверное, надо, я так понимаю, по лестнице бежать, а не драться с ними, да? Хотя тут такая куча. Ну-ка, бомбочку. Они такие здоровые, что я сам себя не вижу. Форнезе, встань, дерись. На кого мне показывают, я не могу понять. Такое ощущение, что я одного убиваю, десятки появляются. Все, ползут и ползут, ё-моё, а. Ну-ка, выкуси-ка. Нет, еще не все, оказывается, еще где-то один. А нет, все, по идее, все должно. Давайте пробиваться. Такие уроды, да? Грустное лицо. Какое нахрен лицо, физиономия? Так, ну что, ребята, по-моему, это последние ворота, да? Перед нами. Ага. Псевдоангел. Чего он там свистит опять, а? А каски все пофиг, там балдеть стоит. Каска, рот закрой, муха залетит. Что-то тут народ взбаламутился, а? Псевдоангел взбаламутил народ. Что-то он там призвал их для чего-то, куда-то что-то сделать. Типа вы сделаете и получите Божью благодать. Вас, ребята, я думаю, здесь уже ничего не спасет. На-ка, выкуси. Так, миссия сделана, да? Сделано-то сделано, но что-то... Ох, как замечательно. Красота. На-ка, бомбочку. Какого хрена ты делаешь, а? Даже не ори, даже не думай, что вы тут что-то сможете сделать. Знаете, вот вам. Так, я так понимаю, ребята, мы сейчас, наверное, все-таки будем с Мозгусом драться. Или не будем. В общем, сейчас увидим.
все-таки замечательно вот это помогает. И бомбочки, и протез вот этот замечательно срабатывает. Ох, какой был прорыв среди толпы. Ну что, осталось тут немножечко солдат. И, в принципе, будем продвигаться далее. Правда, далее уже некуда продвигаться, мы как бы уже в тупике. Но все-таки. Так, это, по-моему, был последний. Опа-на, очередная заставочка, ребята. Так, слизняки вырвались наружу. Землетрясение, что ли? Смотрите-ка, а? Серпика поймал. Молодец. Слушайте, а вам ничего не напоминает сейчас вот эта вот картинка? Похоже на руку. Как ее называли? Божья пята. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, что-то сейчас должно быть, ребята. Опачки. Метка, выжженная на земле. Причем на людях, что ли, я так и не понял. Каска, я иду. Так, ух, ребята, смотрите, сколько целей у нас. Надо пробиваться, пробиваться быстрее. Опять вот здесь, а? Так, Мозгус там что-то орет. Айсидор говорит, хер тебе. Не на тех напал. И защищает каску. Молодец, малыш. Давай, Сидра, держись, я сейчас прибуду и покараю этого Мозгуса. Ёлки-палки, сколько их тут, а? Ну-ка, выпустите-ка. Отлично. Так, надо. Что-то мимо все, блин. Вот это вот уже лучше. Тут земля трясется. Землетрясение какое-то. Или это эти чудовища тут лазят. По этому зданию все трясется. Я бы сказал бы, как это не слюзняки, а скверна. Кровавая скверна тут лазит. Все, поглотили меня, я даже не вижу себя. Сейчас подчистим ряды. Красота. Блин, столько бабла заработал. Итемов набил. Надо будет потом посмотреть. Да их тут бесчисленное количество, ё-моё. Пробиваемся. Осталось-то всего пару сотен вражений, и все. Так, ну куда надо? Ага. Понятно. Да,
Жесть какая-то, ребята. Вы сами видите, что тут происходит. Я сам себя не вижу. Просто окутывают меня. Блин, я, по-моему, в обратную сторону уже иду, да? Или все правильно? Нет, я неправильно шел. Нам надо вот сюда вперед идти. Да блин, опять развернулся. Жесть. Нахрен всех. Так, давайте нафиг спрыгнем, а? Они там без конца, по-моему, появляются. Так, ну что, смотрю, какая-то точка. Ну что, здорово, упырь. Ну вот, ребята, он и показал свое истинное лицо. Псевдоангел. Фига у него там. Ну что ж, давайте попробуем его на ощупь. Хера он начал. Выкуси. Так, нафиг надо от него бегать вокруг. Смотри, что творит, а, подонок. Так, вот этот вот взмах мне не совсем нравится. Вот так вот, ребятушки, да? Суть. Послала его церковь, то бишь, как его, Ватикан. А оказывается, вот такой вот урод. Блин, не туда нажал. И этот урод что-то еще людям втирал, да? Про веру. Про то все 5-10. А сам, оказывается, обычный демон. Так, трансформация пошла. Что у него там добавилось, что-то не пойму я. Ё-моё, нехило он мне звезданул сейчас. Что он делает-то, не могу. Нифига, смотри. Крыльями, что ли, там машет, не пойму я. Мяка бомбочку. Да, бомбочка, конечно, отнимает очень много у него. Опа-на, опа-на, что-то там зарядил. Неплохо я ему сбил. Наш бедный обосрался. Ой-ой-ой, вот под этот удар нельзя попадать, ребята. Иначе будет плохо, я думаю. Что творит, а? Свинота. Так, еще одна трансформация. У-тю-тю-тю-тю-тю. Ёлки-палки. Ничего себе, он нам жизни косит, ребята. Так, давайте-ка смотаемся. Так, эльфик нам дал СП. Это хорошо. Давайте его в ярости помучаем. Ёлки ты палки, влип. Ну, очень хорошо, что он практически почему-то жизни у нас не отнимал. Видимо, нам протонуло. Падла, а? Да сдохнет уже, мразь. Смотрите, в блок встает, а?
Ой-ой-ой-ой-ой. Жесть. Влипли. Так, ну-ка давайте-ка шмальнем в него разочек. Что-то не помогло в этот раз. На, лови гранату. О, а сейчас сработало. Так, ребята, ему осталось немножко. Давайте в ярость его. И на суперудар у нас как раз хватить должно. Как бы не отдуплиться нафиг, а? Ну что, выкуси мозгус. Так, ребята, осталось добить его. Не даем ему спуску. Да заткнись ты там, что-то там бубнишь. Ё-моё, он уже красный. Что-то сейчас будет нафиг. Надо его добивать быстрее. Смотрите, а, чудило какой. На, зараза. Ой-ой-ой, а вот этого надо убегать. Свинота, блин. Есть. Подонок. Ну что, тварь. Замечательно просто. Лети, пташка. Рассыпался, гад. Фух. Отлично, справились. Яйцо идеального мира опять что-то тут начинает нам втирать про жизнь, про какие-то моменты. Выжидает момента, что ли, да? Или момент наступил, чтобы сделать мир идеальным? Ты вначале на себя в зеркало посмотри, яйцо. Нос набекрень, рот вообще где-то сбоку. この赤子はこれは肉の体ではあるが、ただの人間ではない。力尽きしにかけているのか。お前も私と同じか。異形の赤子よ。 Я единственное только не понял, вот это вот проклятый ребенок, это чей? Гатса или Гриффита? Так, сказка опять что-то не лады. Что-то чует. Интересно, а каска выздоровеет у нас в конце или нет? Что там такое? Опачки. Ну ни хрена их тут сколько. А, смотрите-ка, они сделали пету кровавую. Чё, все что ли? Время наступило? Опачки. И треснула она пополам. Слушайте, ребята, по-моему, все, что-то тут у них сбывается. Идеальный мир наступает. Или наоборот, не наступает. Что-то я не врублюсь. В
Форнеза. Серпика. Ага, Гац, каска. Все пока вроде нормально. Так, а это еще что такое? Опа-на, Зод. А куда это он пошел? Так, скелет у нас, рыцарь там стоит. Куда-то указывает. Чего такое, Гац? Опачки. Гриффит? Переродился, что ли? Что-то не врублюсь немножко. Смотрите-ка, а? Зод поклоняется ему. И полетел, да? Куда-то непонятно. Вот это, ребятушки, завязочка. Ну что же, мы прошли уровень. Так, 19 минут воевали. 42-й левел заработали. Так, давайте возьмем камушек этот. Ну, тут, как обычно, ничего нам не откроют. Опять обновили. Опачки, ну что, ребята, мы прибыли домой с каской. Гац, каска. Ура, мы вернулись. У нее ж от радости слезы, да, у Эрики-то. Гац, как хорошо, что ты вернулся. Ну а куда бы я делся? Ты идеальный мужчина. И я, между прочим, тоже. Ну конечно же, маленький синенький эльф. С возвращением вас. Кстати, Рикет скоро подойдет. А я пойду вам, ребята, пока приготовлю, наверное, покушать что-нибудь. Вы, наверное, с дороги, голодные, холодные, небритые, немытые. Как она узнала это, интересно? Опять эльф проболтался. Ну а на этом я буду заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Всем пока!